Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мелехин, я технолог бренда Screen, и сегодня мы с вами посмотрим и обсудим, как работают новые оттенки Dorado Colorado Twinkle. Это оттенки без натуральной базы, чисто нюансы, которые подходят для тонирования бронда и обесцвеченных волос. И сегодня мы на нашей модели Анне продемонстрируем то, как данные оттенки выглядят вживую. Так как у нас очень сильно отросшие корни, мы обесцвечиваем двойным нанесением, чтобы добиться равномерного фона осветления. Сейчас у нас нанесен пудра Pure Bleach White Silk с протеинами шелка на 6%. И сейчас мы приступим к нанесению уже комбинации White Silk и Pure Bleach 9+ Black сразу с нейтрализацией пудры, чтобы получить равномерный фон осветления. Ну что, мы подготовили себе базу под тонирование. Ну и после того, как смыли пудру, мы сделали трехступенчатый уход Repair, чтобы восстановить структуру волоса и сделать более ровное полотно. Это нам позволит получить равномерный цвет. И чем же мы сегодня будем тонировать нашу Аню? По корням у нас будет 0.26 оттенок, пенительный аметист, более такой фиолетовый. А по длине мы сделаем античную розу 0.15. За счет этого мы получим своего рода градиент от темных корней к более прозрачной длине. Ну и конечно же перед нанесением красителя мы будем использовать с вами праймер Stage Zero, который также направлен на выравнивание полотна за счет протеинов пшеницы, пантенола. Ну, он как эквалайзер нам выровняет полотно полноценно. Ну что, мы сегодня с вами посмотрели, как работают оттенки Colorado Twinkle. Напомню, что это оттенки без натуральных пигментов, без базовых пигментов, что позволит в дальнейшем спокойно изменить цвет, и данные оттенки они вымоются в ноль, то есть до белоснежного бронда. Ну и напомню, сегодня мы использовали на корнях и на височной затылочной зоне оттенок 0.26, пленительный аметист, а по длине наносили античную розу 0.15 направление. И тонирование мы делали на 3% оксиде 1:1, поскольку у нас тотал бонд, и мы не переживали, что у нас промежутки будут вскрыты и будут более теплыми. У нас ровное полотно было. Ну и соответственно для проявления полностью оттенков мы использовали 3% окислитель. До новых встреч!